не делаю резких движений, события не тороплю, так проще не впасть в искушение. Так делают люди в раю. Размеренно, слаженно, ровно, без паники и суеты, чеканю шаги я спокойно и в жизнь воплощаю мечты. Так лучше для сердца и нервов, так проще для нежной души, когда ты спокоен, уверен, когда никуда не спешишь. Пусть будет преблагословенна спокойная жизнь во Христе, когда ты Спасителю верен, а Он доверяет тебе. Чем тише, тем лучше для дела, чем проще, тем ближе к добру. Спокойно, уверенно, смело я с Богом по жизни иду. Доброе утро, мой драгоценный.